все эти способы уведомления частей программы о случившихся ошибках имеют серьезные недостатки. К счастью, есть решение, которое их лишено, и оно состоит в использовании исключений. Исключение — это событие, которое случается в процессе работы программы и прерывает стандартный ход ее исполнения. Программа переходит в специальный режим поиска обработчика внештатной ситуации. Такой обработчик может предпринять какие-то действия и вернуть программу в штатный режим работы. Ну а если обработчика не нашлось, то JVM все-таки завершит программу, но обеспечит достаточно подробный диагностический вывод, по которому, если не пользователь, то хотя бы программист поймет, куда копать. Исключения поддержаны на уровне языка Java, то есть ключевых слов и синтаксических конструкций. Кроме того, они используются на уровне виртуальной машины, которая сообщает о многих своих проблемах, бросая исключения. Ну и, разумеется, вся стандартная библиотека тоже активно использует исключения. Приведу несколько самых популярных исключений. Какие-то из них вы наверняка уже получали, когда писали свои первые программы. Java lang null pointer exception, или Java-программисты зовут его просто NPE. Это исключение выбрасывается JVM, когда идет обращение по нулевой ссылке. Другими словами, есть переменная ссылочного типа, куда положили null. Потом пытаются по этой ссылке вызвать метод или обратиться к полю. В ответ виртуальная машина кинет такое исключение, которое при отсутствии обработчика приведет к аварийной остановке и распечатке в консоли информации об исключении. Распечатано будет следующее. Тип исключения, возможно, какое-то сообщение с деталями и stack trace. Вся цепочка вызовов, начиная от точки входа в программу и заканчивая методом, где, собственно, случилась ошибка. Здесь же для каждого метода видно имя исходного файла и строку в нем. Другое исключение, ArrayIndexOutOfBoundsException, случается, если попытаться обратиться к несуществующему элементу массива по отрицательному индексу или по индексу большему или равному длине массива. Аналогичное исключение string IndexOutOfBoundsException случится, если обратиться к несуществующему символу в строке. Исключение Java IO FileNotFoundException случится при попытке открытия несуществующего файла. Оно является подклассом более общего Java IO IOException, экземпляры которого бросаются при самых разных ошибках ввода-вывода. Исключениями представлены и разные ошибки самой виртуальной машины. Например, когда JVM не хватает памяти на создание нового объекта, она бросает исключение типа Out of Memory Error, которое даже можно попытаться обработать. Другое дело, что обычно делать этого не стоит, потому что в этой ситуации предпринять что-то разумное довольно проблематично.